руководителя компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. Встречайте. Где она Леонидовна, я все по имени отчеству, как у нас на Урале. Во-первых, хотел от лица, наверное, всех 200 тысяч риэлторов России вас поздравить, потому что вот у нас в зале сейчас, ну, человек, наверное, 200, да, там 250, а может и меньше, на самом деле значительно больше. Кто зависит от того, насколько вы будете сейчас эффективно руководить, какие изменения сделаете, какой результат достигнете. Большинство риэлторов надеется, мне кажется, время для изменений созрело, пришло, все очень быстро меняется. Наша сфера за последние лет 5, наверное, какой-то супер рывок получила, это факт. И нет никаких сомнений, что вы будете тем новым лидером, который, вот, как мне кажется, все это реализует и такой темп задаст, что следующий уже президенты, но его не смогут не поддержать. Поэтому, наверное, я хотел поздравить еще от лица нашей компании непосредственно. И сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы у нас вот эти все новые процессы, они были как можно быстрее. На нашу полную поддержку можете рассчитывать в любом виде. С праздником! Большое спасибо, Ирина Леонидовна. А вот сейчас мы просим вас пройти и занять